Новости с Ксенией Митрофановой. Здравствуйте, это «Енисей новости» в студии Ксения Митрофанова. И вначале коротко главные темы выпуска. Дикие стаи собаки из Красноярска мигрируют в леса. Там охотятся, а потом возвращаются, но уже другими. Маскируются под коммунальщиков и ходят по квартирам. Об уловках мошенников в проекте «Технологии обмана». Новая лесная политика. Губернатору доложили о выявленных в этой сфере нарушениях и о том, как будут наводить порядок. Одни атакуют, другие перехватывают. Начались учения летчиков Каннского авиаполка и пилотов из Челябинска. Новый аспект в собачьей проблеме. Ученые говорят, не только в самом Красноярске, но и в окрестных лесах становится все больше бродячих псов. Стаи там дичают, но потом все равно возвращаются в город. И виноваты в этом люди. Специалисты не исключают, что может появиться даже новый вид – помесь собаки и волка. Екатерина Павленко с подробностями. Они твари. Вот кого стрелять надо. Просто косулю сожрали. Эти кадры, как из фильма ужасов, бездомные собаки растерзали морала в национальном парке Столбы, а несколько дней назад загрызли 8-месячную олениху. Специалисты говорят, уберечь беззащитных животных от таких нападений все сложнее. Собаки видят животное, начинают за ним охотиться. Если животное дает какую-то слабину, собаки его догоняют и давят. То есть у нас есть статистика по убитым нашим животным. В прошлом году там, по-моему, если я не ошибаюсь, по статистике у нас около 10 погибших животных. Одичавшие псы приходят в лес из города. Стаи истребляют всех, кто попадается на их пути. В первую очередь грызунов, лисиц и зайцев. Найти управу на собак пытаются и в Красноярском Роевом ручье. Директор зоопарка Андрей Горбань объясняет. Оголодавшие бродяжки мигрируют сюда, чтобы найти еду. Так как животные достаточно умные и социально развитые, то есть они уже понимают, что такое и загон, и засада. Охотятся очень серьезно, очень тактически, грамотно. Ну, чем, собственно, и тоже представляют, конечно же, определенную опасность. Да вполне они могут и покусать, и наброситься. Это эволюция. Как только они видят, что жертва беззащитна, они делают следующий шаг. А это значит, что следующей жертвой одичавших собак, которые бегут на дачу, может стать человек. Последний случай тому пример. По официальным данным, по Красноярску разгуливают 10 тысяч псов. И пока власти ломают голову, что с ними делать, некоторые сердобольные жители на окраинах сами создают всем проблемы. Вот лежанка для собак, пожалуйста, люди сделали. Зачем она тут же? Это грязь, это все это самое. Это мы постоянно выбрасываем и постоянно все складываем. Настоящий санаторий для дворняг люди устроили за павильонами в районе Базахи, показывает Виктор. Остальные жители теперь боятся выйти из дома. Вот безумие, людей кусают. То есть были случаи? Конечно, конечно, нападают. Вот они вечерами, женщины боятся выйти, они сумки рвут. Конечно, страшно, потому что они окружают вокруг и не пройти и никуда. Потому что откуда мы знаем? Они даже чипированы. А толку, что они чипированы? Они все равно злые, они становятся злее. Ученые-зоологи уверены, люди и бродячие собаки не смогут мирно жить в городе. Когда псы голодны, они тут же могут превратиться в монстров, ведь ими движет инстинкт. Собака сама себя кормить не может. И как только у нее пропадают пищевые ресурсы, она становится хищником, этот хищник выходит на охоту. А, соответственно, на охоту, кто мы будем для нее? Конкуренты в первую очередь, да? То есть она будет у нас либо просить еду, либо требовать еду, либо отбирать, либо нас съедать, да? Эксперт уверяет, самую большую опасность могут представлять так называемые волкособы. Это помесь собак и волков. У нас пока зоологи их не встречали, но не исключают, что они могут появиться. Екатерина Павленко, Алексей Гусев, «Енисей новости». В Каннске собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за горящего лигнина. В нее вошли специалисты Министерства экологии, Роспотребнадзора, спасатели, местные власти. Огромные тлеющие залежи отходов биохимического завода расположены к югу от города. Они выделяют ядовитый дым, который ветром относит к населенным пунктам. Проблема многолетняя, но она обострилась. В 2010 году лигнин накрыли глиняным саркофагом. Но за прошедшее время его размыло дождями и талыми водами. Образовались прогары. На заседании комиссии экологи заявили, что нужно вводить режим ЧС. Однако остальные специалисты решили, что такие меры преждевременны. Сегодня все правительство знает, и губернатор Красноярского края знает эту проблему, что эта проблема назревает, что она возвращается к тем позициям 2010 года. Так что
Я думаю, что мы в ближайшее время примем решение по этой ситуации. И правительство Красноярского края примет решение, что же все-таки нам, по какому пути идти. Спецодежда, липовое удостоверение и название какой-нибудь коммунальной службы. Так зачастую маскируются мошенники, и перед ними, как правило, распахиваются любые двери. Жулики нагло пользуются доверчивостью людей, и чаще всего их жертвами становятся пенсионеры. О том, почему не стоит открывать двери незнакомцам, в новой серии проекта «Технология обмана». Она говорит: «Валентина Михайловна, вас обманули». Это, говорит, мошенники. Мошенники пришли к Валентине Михайловне под видом работников водоканала. Бабушке 88, она почти ничего не видит. На людей ее возраста названия коммунальных служб оказывают какое-то магическое действие. Незнакомка с порога заявила, пенсионерке срочно нужно менять трубы. Мы с инвалидом берем со скидкой. Я говорю, я инвалид первой группы. Покажите справочку. Я ей показала справку, дала паспорт. 25 500. Я говорю, у меня нет таких денег. Она: ну, у вас, наверное, сбережения есть. Жулики бесстыдно выманили у пенсионерки сбережения больше 25 тысяч рублей. А старушки оставили ненужные фильтры для воды, которые минимум в 5 раз дешевле. Готовятся к таким махинациям мошенники тщательно. У них могут быть липовые удостоверения, спецодежда, договоры. Чтобы выманить у жертвы как можно больше денег, придумывают длинный перечень самых разных услуг. Такие продавцы сомнительных товаров заходят в первый попавшийся подъезд. Время специально выбирают дневное. Как правило, в такое время дома лишь пенсионеры. И просто обзванивают все квартиры подряд. Кто-то дверь да откроет. Всего за пару дней только в Дивногорске обманулось минимум 8 человек. Это только те, кто обратились в полицию. Газовая служба, энергосбыт и даже соцработники. Мошенники маскируются под организации, которые вызывают доверие. Поймать таких жуликов за руку непросто, но этих лжеработников удалось найти быстро. Возбуждено уголовное дело. Обман – это недостоверное преподнесение информации о организации. Вторично – это то, что предоставлялась информация, что будет проводиться ремонт систем водоснабжения конкретного дома, что проводились ранее уже собрания многоквартирных домов, на которых обсуждалось и принималось решение по именно установке таких приборов. В зоне риска – пенсионеры. Схемы лжекоммунальщиков рассчитаны как раз на самую доверчивую категорию людей. По большому счету, совет, как не стать жертвой таких жуликов, прост. Не открывайте двери непрошенным гостям. Хотя на самом деле никогда никакой водоканал, ни другая ресурсоснабжающая организация, они не ходят по квартирам. Наша задача, задача ресурсоснабжающей организации – подать воду от водозабора до дома. Все. Дальше уже включается в работу управляющая компания. Но и та же управляющая компания, она не ходит по квартирам, не предлагает каких-то дополнительных услуг, если вы этих услуг не заказали. Только в 2019-м в отношении таких мошенников возбудили больше 7 тысяч уголовных дел. Раскрыть удалось треть из них. Преступники сейчас за решеткой. Некоторые из них откровенно рассказали, какие психологические приемы используют, чтобы удержать жертву на крючке. Не пропустите заключительную серию проекта «Технологии обмана». Анастасия Тиль, Андрей Крупнов и Алексей Гусев. Енисей. Новости. Перехватчики против истребителей. Как проходят учения в воздухе над Канском, расскажем далее. Проверьте здоровье на выставке «Енисей Медика» с 4 по 6 марта в МВДЦ «Сибирь». Усталость и раздражение глаз, головные боли – это симптомы переизбытка вредного синего света, который излучает цифровые устройства. Позаботьтесь о здоровье ваших глаз. Японские очковые линзы «Хоя» с покрытием Blue Control по выгодной цене за 2550 рублей. Оптика «Давыдов». Неповторимый стиль. Современные системы безопасности. Отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Besturm X40. Но
новый тариф «Экомикс» за 300 рублей в месяц от Яр-ТВ. Безлимитный интернет, куча телеканалов и бесплатное подключение. По карману даже школьнику. Мы в модном комиссионном маркете. Здесь шубы приобретают круглый год. Ведь такой покупкой каждый располагает по мере своих возможностей. Удобно, что купила в рассрочку без первоначального взноса на 6 месяцев. И к следующей зиме я в новой шубе. Например, вот такое пальто из валеной шерсти. Для теплых весенних дней куртка из натуральной кожи. Или вот такой комплект – комбинированная куртка и костюм цвета пудра. Модный комиссионный маркет «Молоково 1», корпус 1. Варикоз – это прогрессирующее заболевание с осложнениями в виде язв и тромбов. В «Альфа-клиник» пенсионерам скидка 15% на лазерную операцию. 202-98-01. Партизана-Железняка 26А. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. В честь весеннего женского праздника «Истнова» дарит скидки и поздравляет милых женщин с 8 марта. Желаем вам любви и красоты. Специально к 8 марта в салоне кожи и меха «Истнова» снизили цены на 200 норковых шуб. Фиксированная цена – 69 тысяч рублей на норковые шубы из прошлой коллекции. Невероятные цены! А для тех, кто хочет обновить весенний гардероб, куртки и пальто с двойной скидкой 50 плюс 20%. Большой ассортимент с большими скидками. Приходите в «Истнова», примерьте пальто и кожаные куртки по выгодной праздничной цене. А до 9 марта успейте купить норковую шубу за 69 тысяч рублей. «Истнова» поздравляет с весенним праздником 8 марта, дорогие женщины. И ждет вас на «Авиаторов 5» в торговом центре «Авиатор», второй этаж. Телефон 228-64-65. Красноярского края, возможно, будут брать пример по всей стране. Речь идет о новой лесной политике. Ценный опыт, который уже нарабатывает у нас, пригодится другим регионам. Прежде всего, это прозрачность при торговле лесом и жесткий контроль за вырубкой на местах. Об этом шла речь на совещании, которое провел губернатор с главами районов. Вячеслав Власенко расскажет подробнее. Большой зал и много экранов. На прямой связи с губернатором руководители всех районов края. В центре обсуждения вопрос важнейший – лесная политика. За тем, как наводить порядок в этой сфере, глава края следит лично. Он не раз выезжал в территории, где находится основная лесная база и предприятия переработки. Первые результаты уже есть, например, на местах, созданы межведомственные комиссии по контролю за тем, как жителям выделяется лес для личных нужд. У нас объемы это порядка 800 договоров и 53 тысячи кубических метров. Первые результаты проверки уже говорят о том, что есть недобросовестное использование, есть отчуждение лесного фонда. Поэтому думаем, что начало этих мероприятий все-таки позволит целевое использовать материалы. Главное, что особенность, вот, конечно, новой лесной политики, это в том, что здесь настраивается взаимодействие всех органов. Не каждый действует в рамках своих полномочий, а все вместе действуем на получение результата. Именно от глав территории, от их неравнодушия и активности во многом зависит положение дел в отрасли. С помощью им на местах начнут работать профильные подразделения, которые будут внимательно следить за развитием лесного комплекса, вести реестры предприятий, участвовать в проверках их работы. Это позволит ликвидировать те проблемы, которые есть сейчас. Цифры поражают. Мы анализируем сведения, полученные из разных источников. На сегодня расхождение в учете пиломатериалов составляет от 12 до 15%. При этом единый учет движения отходов лесопиления не ведется. Ставится под сомнение число организаций, осуществляющих переработку древесины. Погрешность сведений о хозяйствующих субъектах из разных источников составляет до 30%. Здесь обещают навести порядок. В условиях начинающейся трансформации лесной политики России, о которой заявила на днях заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, наш край имеет все шансы стать так называемым модельным регионом, с которого будут брать пример по всей стране. Речь идет, в частности, о выходе на биржевую торговлю лесом. Как вы знаете, в прошлом году Красноярский край был признан российским лидером по этому показателю, по обеспечению большей прозрачности производственной деятельности и о решении целого ряда назревших и даже перезревших экологических проблем, которые также связаны с лесозаготовкой и лесопереработкой. На федеральном уровне намерены в ближайшее время пересмотреть базовые ориентиры развития лесной отрасли России, в том числе и с учетом инициатив, активно внедряемых в нашем крае.
Вячеслав Власенко, Максим Галат, Енисей. Новости. Две фуры сгорели в Лесосибирске. Причину пожара еще устанавливают. А женщину, которая попала под колеса иномарки в центре Красноярска, могут оштрафовать. Вот подробнее об этом и не только в блоке коротких новостей. В Лесосибирске этой ночью сгорели два грузовика. Чтобы потушить пылающие большегрузы, понадобились три пожарных расчета. Справиться с пламенем им удалось довольно быстро. Огонь не успел перекинуться на соседние авто. По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание в одной из машин. Женщину, сбитую в центре Красноярска, могут оштрафовать. Накануне она попала под колеса на перекрестке улиц Ленина и Декабристов. Водитель корейского кроссовера поворачивал налево и не заметил пешехода. От удара женщину откинуло на несколько метров. Ей вызвали скорую. Автоинспекторы сообщили, дорогу пострадавшая переходила в неположенном месте и за это может получить штраф в 500 рублей. На предстоящих длинных выходных изменится расписание пригородных электричек. 8 марта они пойдут по субботнему графику, а на следующий день в понедельник будут курсировать по обычному распорядку воскресного дня. На популярных направлениях количество вагонов увеличится с 4 до 8. Уточнить режим движения можно по горячей линии РЖД и на сайте компании «Краспригород». Красноярцы могут бесплатно пройти диагностику на ярмарке здоровья в выставочном центре «Сибирь». Посетителей проконсультируют терапевты и эндокринологи. Также можно будет сделать маммографию и проверить зрение, уровень сахара и холестерина в крови. Ярмарка продлится до 6 марта. Вход свободный. Региональным избирательным комиссиям выделят более 14,5 миллиардов рублей. Эти деньги потратят на голосование по поправкам в Конституцию. Распределение средств на очередном заседании утвердил Центр избирком. Там же подписано соглашение о сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом. Задача активистов – консультировать людей по всем возникающим вопросам. Напомню, всенародное голосование пройдет 22 апреля в среду. Этот день для всех будет оплачиваемым выходным. В избирательной комиссии страны подчеркнули, что выделенных регионам денег – должно хватить для решения всех организационных вопросов. Значительно больше 90% уходят в регионы этих денег. Огромная страна и немалые деньги. Поддерживаю Александра, легитимность и организованность стоит немалых денег. Указанный объем средств позволяет обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением общероссийского голосования, в том числе по изготовлению и доставке бюллетеней, информирование участников голосования. Воздушная тревога. В небе над Канском оттачивали навыки пилоты истребителей бомбардировщиков и перехватчиков. Причем местные летчики, по сути, соревновались с челябинскими. Ну а в чем расскажет моя коллега Анастасия Мосина. Несколько минут и боевые машины покидают аэродром. Су-34 и МиГ-31БМ один за другим взмывают в небо. Экипажам двух авиаполков, Канскому и Челябинскому, предстоит показать свои тактические умения. Отрабатывают 4 эпизода. Подъем дежурных сил, работа командного пункта, так называемый самостоятельный поиск и отражение авиаудара. В рамках учений летчики отработают отнюдь не взаимодействие друг с другом, а даже наоборот. Су-34 в воздухе сыграет роль условного противника, в то время как задача наших МИГов – отразить нападение. Истребители-перехватчики против фронтовых бомбардировщиков. 6 на 6 – своего рода военные прятки. Самолеты не знают координаты друг друга. В воздухе МИГи должны отыскать условных нарушителей границы. В этом им помогают офицеры боевого управления. Нужно перехватить противника и заставить его приземлиться. Обхитрить МИГ практически невозможно. Машины разные, безусловно. У них очень хороший локатор. Вот, поэтому они видят достаточно далеко, поэтому с ними сложно бороться, но можно. Использовали маневрирование для срыва наведения, вот, а также изменение высоты и использовали радиоэлектронные помехи, ставили помехи. Но местные летчики справляются с задачей, даже несмотря на сложные метеоусловия, встречный ветер и плохую видимость. Пилоты говорят, к капризам погоды их крылатые машины равнодушны. В принципе, это нормальные условия для того, чтобы выполнять полеты, так как ветер плотный. Это наша основная задача для того, чтобы справляться в любых условиях, сложных и простых. Возможности сверхзвуковой машины практически безграничны. Аналогов по дальности перехвата и возможностям средств поражения просто нет. Самолет способен обнаружить противника на расстоянии до 320 километров и может вести одновременно до 10 целей. Наш полк истребительно-авиационный
Наша задача – это перехват воздушных целей. Мы по земле не работаем. То есть в случае каких-то боевых действий первые в бой пойдут именно наши летчики, имеется в виду в плане военно-воздушных сил. Раньше, ну, противовоздушной обороны. То есть наш самолет – это, можно сказать, зенитно-ракетный комплекс, только поднятый в воздух. Благодаря таким учениям наши летчики могут отработать действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Зона ответственности большая – от границы до Крайнего Севера, от Байкала до Омска. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей. Новости. О самых обаятельных и привлекательных сотрудницах железной дороги расскажем через несколько минут. Проверьте здоровье на выставке «Енисей Медика» с 4 по 6 марта в МВДЦ «Сибирь». Оптика Давыдов. Индивидуальный подход. Новая коллекция солнцезащитных очков и оправ европейских брендов. Идеальный выбор. Индивидуальные скидки. 30, 40, 50%. Успей получить свою скидку. Оптика Давыдов. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. Варикоз – это прогрессирующее заболевание с осложнениями в виде язв и тромбов. В Альфа-клиник акция. Прием хирурга-флеболога с УЗИ за 1000 рублей. 202-98-01. Партизана Железняка 26А. В модном комиссионном шубу можно купить за 40 тысяч. Это намного дешевле, чем в магазине. Дубленку или пальто от 4 тысяч. Поэтому рекомендую. Сегодня Мария выбирает для себя шубу. Удобно, что залы здесь разделены по размерам. Главное, что шуба подошла мне по фасону и удобно, что купила в рассрочку на год. Модный комиссионный маркет. Улица Молокова, 1, корпус 1. Здесь можно купить шубу в рассрочку от 20 тысяч. Курорт озера Карачи – это экологически чистая зона. Воздух насыщен ионами солей, минеральная вода и лечебная грязь. Акции и скидки делают отдых доступнее. Торговый дом «Хозкомплект» – это оптовая продажа хозяйственных товаров. Новый выставочный зал на тысячи квадратных метров, инструмента, электротоваров, сантехники, товаров для дома и сада. У нас внимательное обслуживание, низкие цены, доставка по краю, отсрочка платежа. «Хозкомплект» – всегда выгодно, удобно, надежно. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть, цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. В Красноярске окончательно приведут в порядок восточный вход на столбы. Благоустройством территории там занимаются больше года. На первом этапе построили пешеходные тропы до скалы Ермак, установили уличную мебель, скамейки и беседки. В планах создать современный визит-центр со всеми удобствами для туристов. Здание есть, дом выкупили участника, проект готов. Осталось пройти экспертизы и сделать ремонт. На следующем этапе также благоустроят территорию. Здесь появятся новые дорожки, дополнительное озеленение и доступная среда для маломобильных. Особое внимание уделят местному ручью. Туристы часто приезжают на восточный вход, чтобы набрать воды. Здесь планируется провести полное благоустройство, в том числе вывод этого ручья вниз по руслу. И, соответственно, вот там, где сейчас беседка, там обустройство бювета. В ходе самих работ не планируется ничего с ручьем делать. Это только направление этого русла в трубу и выведение его ниже по течению. И обустройство там уже подхода с лесенками, с специальными устройствами для набора воды. Праздник для ветеранов. Активисты Совета молодежи Назаровского разреза пришли в гости к труженицам тыла. Будучи детьми, в годы войны они тяжело работали, а после победы трудились на градообразующем предприятии. О доброй акции Александра Арепьева. Такой концерт на дому стал отличным подарком для труженицы тыла. Анастасия Карцева во время войны, не покладая рук, трудилась в поле, а после ее завершения работала на разрезе Назаровский. Его сотрудники регулярно навещают своих ветеранов. Это позволяет сохранять традиции и память о событиях давно ушедших дней. Вот и сейчас акция «Живая открытка» укрепила мостик между поколениями. Даже помолодею, наверное. Как же неприятно. Но все же я 22 года проработала в разрезе не зря. И копеечку дают, и уголь выписывают.
своих душ актеров поздравляю. Активисты Совета молодежи побывали в гостях у трех тружениц тыла. Две из них почти юбиляши. Скоро отметят 90-летие. Но сначала Валентина Васильевна отпразднует День Победы. Она первой встретила отца с фронта после окончания войны. В семье женщины каждый знает, какой ценой доставалась победа. А Фёкла Дементьевна говорит, как и все ее сверстницы, привыкла много и тяжело работать. Помнит каждую минуту 9 мая 45-го. Война кончилась, сказали. Ну, я вот знаю, что... У меня мать и отец где-то в поле были. И я туда бежала. Поздравления ветеранов на дому – только часть мероприятий горняков Сибирской угольной энергетической компании к 75-летию Победы. Угольщики помогают одиноким пожилым людям в быту, устраивают концерты и чаепития. Их проект по поддержке старшего поколения «Час заботы» вошел в шорт-лист национальной премии за вклад в развитие корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Мы рады, потому что они рады. Нам приносит удовольствие посещать пенсионеров. Не у всех пенсионеров есть возможность выйти куда-то на концерт сходить, поэтому мы приготовили им такой небольшой сюрприз. Приятное впечатление от общения с молодежью и творческого подарка юных музыкантов останется надолго. В канун Дня Победы подобных акций состоится много по краю. Волонтерское и патриотическое движение развито на всех, без исключения, предприятиях СУЭК. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. В Красноярске выбрали самую красивую, талантливую сотрудницу железной дороги. Причем за титул «Мисс Серебряная магистраль» боролись финалистки с половины страны. Конкурс в таком формате прошел впервые. Раньше корону вручали только железнодорожницам нашего края. Ну а как это было, расскажет Диана Хатиашвили. Софитов, вечерние платья, идеальные укладки. Девушки выглядят уверенно, но, признаются, очень волнуются. Ноги на сцене впервые. Все 12 красавиц – сотрудницы железной дороги. Они борются за звание «Мисс Серебряная магистраль». Говорят, среди прочего, конкурс помогает проявить лидерские качества и обрести новых друзей. Ну и, конечно, для каждой это новая ступень. Во-первых, самореализоваться, показать свои таланты на сцене, познакомиться с замечательными девушками со всех регионов страны. Ну и, конечно же, чтобы гордилась моя доченька мной. Конкурс проводится вот уже 11 лет и каждый год не похож на предыдущий. В этот раз тут объединились 4 железные дороги – Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организаторы говорят, вопреки устоявшемуся представлению, на магистралях страны работает много женщин. И это не только сотрудницы офисов и проводницы. С этого года девушек будут обучать даже на помощниц машинистов скоростных электропоездов «Ласточка». Мы пригласили наших коллег, девушек с трех дорог – Дальневосточная, Забайкальская и Восточно-Сибирская. Они входят, ну, есть такой новый тренд – это восточный полигон. Это наш производственный термин. Ну, девушки приехали, вот на самом деле, очень симпатичные, красивые, борьба будет. Действительно, конкуренция была серьезной. Девушкам пришлось пройти несколько этапов и в финале перевоплотиться в образы женщин военных лет. Ведь главная тема конкурса – 75-летие со Дня Победы. Жюри было сложно. Лучше в итоге признали участницу из Братска. Один плюс в моей коллекции. Коллекция достижений. То есть я всегда ставлю какую-то задачу перед собой, которую я должна достигнуть. Девочки все очень старались, все переживали, все большие умнички. На празднике красоты работниц магистрали поздравили городские столичные артисты и, конечно же, мужчины-руководители. Не меняйтесь. Будьте только лучше, краше. Мы всегда вам поставим свое плечо. Мы всегда будем таким щитом. Новый конкурс через год. Некоторые участницы сказали, что уже задумываются об этом, ведь главный приз – поездка в Париж. Диана Хатиашвили, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. И на этом наш выпуск завершен. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго. До свидания. Прогноз погоды в Красноярском крае на пятницу, 6 марта. В Туруханском районе на юге Таймыра и Февенкии преимущественно облачно. На большей части территории пройдет небольшой снег. Ночью от минус 12 до минус 29 градусов. Днем от минус 7 до минус 26. В северной группе районов Красноярского края облачно. Пройдет небольшой снег. Ночная температура от минус 11 до минус 16 градусов. Днем от минус 6 до минус 9. В восточной части региона – облачность. Местами с прояснениями и осадками. Ночью минус 11, минус 13. После полудня до минус 7. В
центральных районах Красноярского края облачная погода. Пройдет небольшой снег. Ночью минус 13, минус 16 градусов. После полудня от минус 6 до минус 10. В западной группе облачность. Местами с прояснениями ожидается небольшой снег. Ночью до минус 16. В светлое время суток от минус 6 до минус 10. На юге Красноярского края облачная погода. Синоптики прогнозируют снег. Местами с дождем. Ночью до минус 13 градусов. Днем от плюс 1 до минус 8. В Красноярске 6 марта облачно. Синоптики прогнозируют небольшой снег. В темное время суток до минус 11 градусов. Днем до минус 6. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.